самый полезный игрок плей-офф? Да, быть полезным очень важно и непросто. И для награждения на сцену приглашается семикратный чемпион Беларуси Сергей Шитковский. И гордость белорусского гандбола, шестикратный победитель Лиги чемпионов, председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко. Вам слово. Как раз для господина Шитковского микрофон стоит. Добрый вечер. Всем. Рад видеть всех. Спасибо большое Федерации хоккея, что не забывайте за приглашение. Командам всем спасибо за хороший сезон и желаю успехов в будущем. Сергей. Спасибо. Так постоит. Дорогие друзья, я искренне поздравляю вас с окончанием сезона. Поздравляю всех лауреатов с победой в этих замечательных номинациях. Всю хоккейную отрасль, если так можно назвать, Федерацию хоккея, хочется поздравить с той работой, которую вы делаете, потому что вы являетесь, ну, по мнению многих видов спорта, флагманом. Всю ту работу, которую вы проделываете в сфере маркетинга, менеджмента, подготовки новых спортсменов, подготовки новых кадров тренерских, она передовая. И когда мы на вас смотрим, хочется сказать, ну, хочется сделать как минимум, вот как ребята-хоккеисты. Вы большие молодцы, причем во всех сферах, и это видно. Это видно по соцсетям, сколько у вас подписчиков и поклонников, это видно по полным трибунам на хоккейных матчах, это видно по интересному чемпионату, когда смотришь, болеешь, как в этом году Брест замечательно показал результат. Мы даже, мне повезло присутствовать на матче «Динамо Москва», «Динамо Минск». В Москве мы говорили, и Дмитрий Юрьевич как раз обсуждали ребрендинг, который был в свое время затеян. И мне показалось, я со многими людьми разговаривал, наши динамовцы выглядели красивее, интереснее, я имею в виду визуально, чем московская команда, ну, на мой взгляд, и в целом, не только визуально. И ведущий, конечно же, тоже, да, мы это обсуждали. Ваша работа настолько передовая, что даже у вас сегодня на вечере, если контракт не продлен, то он как минимум продлевается в сфере развлекательной программы «Фактор Бай», потому что, сколько здесь Ольга сказала комплиментов сегодня «Фактору Бай», я думаю, что этот контракт будет как минимум продлен, если он еще не продлен. Ребят, вы большие молодцы, вы являетесь флагманом среди всех видов спорта. Я вам желаю таковыми оставаться. Всем желаю больших успехов, побед и крепкого здоровья. Сергей Большаков, хоккейный клуб «Металлург». Сергей Малявка, хоккейный клуб «Брест». Ярослав Косов, хоккейный клуб «Брест». Итак, самый полезный игрок плей-офф. Господа, ответьте на этот вопрос. Им становится... Сергей Большаков. Сергей Большаков – самый полезный игрок плей-офф уходящего сезона. Сергей, конечно же, получает памятную статуэтку и планшет Samsung Galaxy Tab A9 от партнера Федерации хоккея компании «Белтелеком». Сергей, ну вы уже на этой сцене были, у вас даже есть эксклюзив, так сказать. Вам слово. Я просто скажу, что очень рад вернуться в экстралигу. Все, спасибо всем большое еще раз.
Yeah.